Здорово, друзья! Здрасте! Играем в Звездные войны, с вами Риван Владимирович и так далее и тому подобное. Отлично, Дельта. Оборонительные системы Вуки уже активированы и могут быть использованы для уничтожения сепаратистского крейсера. На верхнем уровне каждой из четырех платформ вы найдете двойную ракетную турель Вуки. О. Только совместный огонь из всех четырех орудий даст нам хоть малейший шанс уничтожить этот боевой корабль. Вот теперь точно последнее видео. Поднимайте, финал! Дельта. А почему мы никуда не едем? Седьмой, нажми кнопку. О, простите, сэр. Финал. Действительно финал. Уже все, ни с чем не спутаешь. Вперед. Мы добрались до верхушки, сэр. Базука. Однозначно взять. Перемещайся, укрытие. Дроид-паук, остерегайся, ракет. Блять, опять дроид-паук, да? Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Перемещайся к указанной позиции. На позиции. Стань там, Дельта. Перехожу на позицию. Уничтожите, Дельта. Попахнет, сэр. Ликвидировать цель. Оружие готово. Граната! Осторожно! Командир тяжело ранен. Вот сейчас не понял. Бакту! Жуба! Ложись! Помогите! Дроиды на подходе. На тебе, на закуску. Ликвидировать цель. Атака с воздуха. Мы потеряли для лидера. Да, я ей рад помочь, но сейчас я немного занят. Мы потеряли Дельта 62. Будьте на готове, Дельта. Сейчас разберемся. Дельта строится. Реанимируйте своего брата, Дельта. Стой там, Дельта. Уже иду. Занять снайперскую позицию, команда. Есть, да. Меня задели. Оставь позицию, Дельта. Занять бронебойную позицию, Дельта. Уже иду. Мы их уничтожим, отряд Дельта. Лидер отряда ранен. Нужна немедленная помощь. Включаем Дельта лидера. Так, теперь мне надо оживить вот этого хлопца. Готов сражаться. Стань там, Дельта. Бросай гранату здесь. Ликвидировать цель. Они попали во взломщика. Железяки проклятые. Как же круто вышло. Ну, все нормально. Дельта 40 вернулся в строй. Прими бакту, командос. Применяю бакту, сэр. Прекратить, Дельта. Есть, сэр. Применяю бакту. Дельта 40 выздоровел. Дельта 40 направляется в укрытие. Теперь я здоров. Помогло. Лаптеры не пробьют эти штуки. Ликвидировать цель. Теперь я готов. Попадание подтверждено. Так, держать. Меткий выстрел. Провести штурм этой двери. Приступаем к штурму двери. Заряд заложен.
Назад. Внимание. Мы ушли, Дельта. Лидер отряда. Красиво вышло. А, Тош. Вот только эти твари бесят. Самые бесящие, реально боевые супердроиды. Вот только они больше всего бесят. У меня повреждение. Мой выбыл. Это 40, нужна помощь, я займусь. Я готов. Седьмому нужна помощь, я уже иду. Реально, именно эти твари больше всего бесят. Ты, Квактя, живо. Дроиды не, дроидыки не так опасны, как именно эти. Уже иду. Квакта сделала свое дело. Чувствую себя хорошо, Дельта. Квакта творит чудеса. Седьмой, эта турель твоя. Вас понял. Вот так, значит. Нас осталось трое. Готов к действию. Узнаем. Ладно, давайте. Приступаю. Штурмовой заряд установлен. Назад! Рошена граната. Двери открыты, можем входить. Я надеялся на подход. Красиво стреляйте, босс. Куда же вы стреляете? Обнаружен противник. Это 38, сзади вас. Перезарядка. Так, погоди. Чё-то я не понял. Ребят, вы чё? Я не понял, мужики, вы чё? Иду в укрытие. Чё за приколы? Мои же клоны начали стрелять прям в меня. Серьезно? Вперед! Мы добрались до верхушки, сэр. Блять, заново. Ну пиздец теперь, блять. Уничтожите Дельта. Перехожу на позицию. Занять бронебойную позицию, Дельта. Есть, сэр. Есть, сэр. Ликвидировать цель. На позиции. Можете идти, сэр. Ликвидировать цель. На тебе, на закуску. Ложись! Осторожно, отряд. Сейчас будет взрыв. Окажите ему помощь. Проклятый железяки. Ликвидировать цель. Местное попадание. Дроиды. Запал вернулся и готов идти дальше. Ликвидировать цель. Боевые супердроиды. Перезаряжаюсь.
парень. Дело сделано. Можешь принять панту Дельта. Уже иду, лидер отряда. Направляюсь туда. Ох, теперь я здоров. Помогло. Прекратить, Дельта. Ликвидировать цель. Дело сделано. Ликвидировать цель. Впереди дроиды-разрушители. Штурмуем. Безусловно, сэр. Детонатор установлен. Назад. Граната. Штурм завершен. Вперед. Подождите, сейчас перезаряжусь. Нужна помощь. Сейчас же. Меткое попадание. Ликвидировать. Ликвидировать. Об этом позаботился. Дельта 40, нужна помощь, я займусь этим. Ненавижу, когда они так делают. Дельта 40 готов исполнить долг. Начать процедуры с бактой, Дельта. Уже иду. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Уже иду. Бакта творит чудеса. Дельта 62 занимает позицию. Состояние удовлетворительное. Так намного лучше. Седьмой, эта турель твоя. Вас понял. Провести штурм этой двери. Уже иду. Штурмовой заряд установлен. Назад! Ложись! А, так вот как она открывается. Я на пианце на подходе, Дельта. Метайте гранаты отсюда, Дельта. Уже иду. Стой там, Дельта. Уйдите с линии огня, Дельта. Можете идти, сэр. Цель устранена. Прекратить, Дельта. Обеспечь нам снайперский огонь, Командос. Перемещайся к указанной позиции. Перемещаюсь на позицию. Запал на позиции. Еще одно насекомое в мою коллекцию. Отличное место. Точности как нас учиться. Блять, только теперь с этим еще бодаться. Ликвидировать. Блять, еще и супердроид опять! Ну сколько можно? Как же круто вышло. Ликвидировать это. Прекратить это. Мы продумали. Для меня это было просто удовольствие. Объект ликвидирован. Блять, еще один. Ликвидировать. Перезаряжайся. Мы их уничтожим, отряд Дельта. Уничтожим этих железяк. Дельта
Дельта 62 готов идти, сэр. Хлопчик, я встану за эту турель, сэр. Теперь нас осталось двое. Сейчас мы рассадим. Теперь я здоров. По человеку на турель. Жду ваших приказаний. Вперед, вперед! Они позволяйте к верзил. Тот самый момент, ради которого я и берег эти снаряды. Ликвидировать. Перезаряжаюсь. Как же круто вышло. Берегите смерть, подлетел. Как же круто вышло. Так, вернусь-ка я на всякий случай. Немножко в бакту упарюсь. Десять раз. Меткое попадание, босс. Дайте мне еще одного. Ликвидировать. Перезаряжаюсь. Перегоди смерть под прицелом. Дельта 62 занимает позицию. Да вы издеваетесь! Уничтожите Дельта. Попахнуть, сэр? Дельта, красиво вышло. Запала позиция. Блять, и чем мне его... давить? Прикажете? Ликвидировать. Где снаряды брать? Это свой. Дождешься. Отвечите. Еще одного. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр.
Проклятие, босс. Отлично выполнено. Мне нужна помощь. Подожди, это поранено. Хоть кто-нибудь, окажите ему помощь. Отряд Дельта. Конечно, блять. Что, еще один? Блин. Окажите ему помощь. Вот серьезно, какой разработчик, блин, придумал совать пауков одного за другим, блин, в условиях. Давай! Выручаю Дельта 38, перезаряжаюсь. Я хоть и ранен, но ударить пока что могу. Базука Вуки, конечно, делает свое дело безотказно. Уйди, тварь! Правило 39. Никогда не отказывайся от... А есть еще одна такая базука, на всякий случай? Вот просто чтобы была. Есть, зона захвачена. Я просто знаю, что у меня есть небольшой запас гранат. Хочется что-нибудь еще тяжелое иметь на последний проход. И на кой мне здесь три бакты, когда у нас двое? Дельта 62, за дело. Дельта 62 становится за ракетную турель. Все, я остаюсь один. Без поддержки. Блин. На последний проход. Но это финал.
мелочь, блядь, пузатая. Уйди! Патронов, блядь, на вас не напасешься. Хватит уже летать. Я дошел до своей турели. Дельта 38, встань за эту турель и уничтожь корабль. Отряд Дельта, сконцентрируйте огонь на цели. Щиты корабля сняты, отряд. Не снижаем темп. Отряд Дельта, судя по сканерам, его обшивка на грани пролома. Вы практически его уничтожили. Продолжайте стрелять. Цель конечно. Потеряна. Цель захвачена. Ракеты запущены. Защитник не успевает все восстановить. Конечно. Нет ничего лучше слаженной работы одной команды, Дельта. А разве это была слаженная работа одной команды? Хватит болтать, Командос. Что теперь, сэр? Будем ждать дальнейших указаний, Дельта-40. Отряд Дельта, соберитесь с позиции Дельта-38 для эвакуации. Босс, у меня возникли проблемы. Седьмой, ты где? Секторе полу противников, сэр. Босс, его сигнал потерян. Ну так снова отыщи его, проклятие. Отряд, собираемся. Мы идем спасать седьмого. Нет, нет, Дельта-38. У вас новое задание от генералов джедаев. Покинуть зону, эвакуируйтесь. Серьезно? Мне плевать, даже если это задание от самого магистра Йоды. Вообще-то задание именно от него, солдат. Так что живо выбирайтесь оттуда вместе с отрядом. Плевал я на этот приказ, взломщик. Он прав, босс. Нам необходимо эвакуироваться. Сэр, мы должны вернуться за ним. И вот так вот. Спасли Кэши Икс. Но потеряли братана. Дельта-лидер, тихомирьте свой отряд. Из-за одного команда не стоит рисковать всей операцией. Одного команда? Речь идет о моем родном брате. Подождите, подождите. Советник, что вы подразумеваете под словами всей операции? Поверить не могу. Ваша группа сыграла роль передового отряда в полномасштабном вторжении республики. Мне строго-настрого приказали не говорить вам об этом. Ваше задание заключалось в разведке, необходимости в выполнении операции. И вот теперь и началось само вторжение. Десантный корабль республики держит курс 6. Противник по правому борту, приготовьте орудие, открыть огонь через 2 секунды. Осторожно, правый лидер, они все на воде. Трое предпределей, они в отметке 0.20, осторожно. Босс, поглядите, это же вторжение. Захват города был всего лишь началом. Да я столько кораблей не видел за всю свою жизнь. Да, сэр. Да, я прямо сейчас вас соединяю. Слушайте внимательно, Дельта. Охренеть. Все силы республики. Соединение передовой укрепить Кашир следует. Это действительно то, о ком я думаю? Встретиться с отрядом Дельта мы должны. На помощь их надежды мы возлагаем. Вуки свободы. Жертвовать нельзя. Простите, Дельта. Похоже, вам придется вернуться в бой. У вас новое задание. Отряд Дельта приготовится к бою. Простите, ребята, мы не пойдем за ним. Приказ начальства. Как-то примерно так. Амазончик крутой, конечно, наши ребятки из локализатора подобрали. Хотя...
Да, походу локализаторы, потому что разработчики не стали бы такой крутой музон ставить в этот, в титры. Засим с Республикой Командос я откланяюсь. Друзья, если вам понравилось прохождение всего этого плейлиста и в частности финала, прожмите кнопоньки все под видео, подпишитесь, пробейте лось, прокомментируйте, нравится, не нравится, и бейте в бубен, чтобы не пропускать серии трансляции в дальнейшем. Ну а с вами был Иван Владимирович и Звездные войны Республики Команда. Спасибо, друзья, и увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока.